6 сентября церковь празднует память святого Косьмы Италийского. Святой Косьма родился и жил в 18 веке. Его родители были ткачами, но стремились дать детям хорошее образование. Старший брат Косьмы, Хрисанф, впоследствии возглавил патриаршую академию в Константинополе. И сам юный Косьма всегда стремился к знаниям и любил учиться, поэтому сначала стал преподавателем. Его новаторские подходы к школьному обучению имели успех и стали распространяться. Например, святой Косьма никогда не наказывал учеников. В 45 лет святой Косьма принял монашеский постриг и священнический сан на Афоне. Проведя некоторое время в монастыре, он получил благословение на миссионерскую и просветительскую деятельность. За свою жизнь он посетил более 30 областей современных Турции, Албании, Болгарии, Македонии. Под османской властью многие греки отступали от православной веры и традиций. Святой Косьма призывал людей возвращаться в лоно церкви, читать Евангелие и духовную литературу, посещать богослужения и причащаться. Обеспеченных людей святой Косьма призывал жертвовать деньги на строительство школ и храмов, а также просил покупать книги и раздавать их тем, кто умеет читать, но не имеет средств приобрести литературу. В 1779 году святой Косьма был убит. Верующие стали почитать его как просветителя и мученика за веру.